приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч Лиги Европы. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Посмотрим на состав Наполи. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Не будем забывать о том, что сегодня на кону не только трофей Лиги Европы УЕФА, но и путевка в главный клубный турнир Старого Света на следующий год. А это сулит клубу не только участие в более престижном соревновании, но и очень серьезное финансирование со стороны УЕФА. Мяч покинул центр поля, и главный матч Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Алла. Есть адрес у этой передачи. Ну и где же навес?
ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Накрывают его прессингом. Потерял он мяч, но кому он достанется? Вратарь выходит и забирает этот мяч.